Ростове губернаторский проект «Социальный уголь» будет продолжен и охватит больше участников. По информации Республиканского агентства по делам семьи и детей, с момента запуска губернаторского проекта в 2016 году социальную поддержку «Бесплатный уголь» получили около 1500 семей. В прошлом году социальный уголь отгружен более 720 семьям, где воспитывается около 3500 детей. В этом году социальные работники Кызылского района хотят увеличить количество получателей адресной помощи. К тому же список получателей будет существенно обновлен. Кроме того, по поручению главы Тувы с 2018 года в проект попадут не только сельские, но и многодетные семьи города Кызыла. Также по условиям проекта всем участникам компенсируют часть затрат на электроэнергию. Как поясняют в агентстве, средства напрямую перечислятся на лицевые счета получателей в энергоресурсной компании. Если говорить подробнее, то попав в проект, многодетная семья получает 2 с лишним тонны угля плюс компенсацию за электроэнергию. Я курсах валют. Доллар стоит 56 рублей 29 копеек, евро 69 рублей 54 копейки.